Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. В 1999 году он второй раз вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, совершив тамишивари в затяжном прыжке. А свое первое достижение установил 4 годами ранее, разбив пальцами 2-дюймовые доски. Но все эти фантастические проделки — лишь яркая обертка истинного мастерства. Дмитрий Мак, здравствуйте. Здравствуйте. Извините за спокойствие, у меня возник вопрос про карате кёкусинкай. В Додзе-куне есть один пункт, где говорится: мы будем следовать нашим богам, а для россиян чужда восточная философия, так как в России преимущественно христианство. Как спортсмен-христианин должен относиться к этой клятве? В Библии есть 10 заповедей, как говорится: да не будет у тебя других богов перед моим лицом. Буду благодарен за ответ. Да все очень просто. Здесь же черным по белому сказано: будем следовать нашим богам. Наш Бог – это Иисус, мы христиане, и мы Ему будем следовать. А то, что люди подразумевают под этим, это их личное дело. Когда я говорю такую клятву, я всегда думаю про Иисуса, потому что я христианин и верую в Него. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути кёкусин.